я тут рядом присяду? Да, да, я к тебе обращаюсь. Да хорош башку вертеть, под ноги посмотри. Парень перевел взгляд под ноги и увидел утку. Она внимательно смотрела на парня, наклонив голову на бок. «Все, приехали», — сам себе сказал парень. Чердак потек. Парень зажмурился и начал трясти головой, пытаясь прогнать наваждение. «Да нормально у тебя все с чердаком. Успокойся». Парень открыл глаза и уставился на утку. «Так я могу тут рядом присесть с тобой и поболтать?» Утка расправила крылья, пару раз ими взмахнула и тряхнула головой. Парень, до конца не веривший, что это происходит именно с ним, неуверенно повернулся. «Так-то лучше», — довольно произнесла утка. Она сделала несколько шагов и уселась у самых ног парня. «Ничего не хочешь у меня спросить?» — поинтересовалась она. «Но почему я говорю человеческим голосом?» — закончила вопрос утка. Парень утвердительно кивнул головой. «Ты веришь в реинкарнацию?» — спросила утка. «Кое-что слышал об этом», — ответил наш герой. «Так вот», — утка почесала клювом крыло, — «два года назад, когда я умерла, что-то пошло не так, но я все помню. Представляешь, каково было удивление моих новоиспеченных родителей, когда вместо положенного «кря-кря» я произнесла «твою мать, где я?» «Ну и каково это?» — осмелев поинтересовался парень. «Приятного мало. Только представь себе, что тебе приходится быть тем, кого ты еще два года назад уплетал за обе щеки. И еще, я ведь перед тобой нагишом сижу. А еда? Да, это такая мерзость. Я ведь девочкой была. Единственный плюс – это возможность летать. Кайф, кайф». «Почему именно я?» «А ты оглянись вокруг. Только ты, молодой, сидишь тут один-одинешенек». Парень оглянулся. Действительно, вокруг пруда парочками гуляла молодежь, и только он один сидел перед водой в старом, неизвестно кем принесенном кресле. «Ну чего один-то без подруги?» «Да, со старой разошлись, а новой нет пока». «А-а-а!» – многозначительно протянула утка. «Переживаешь?» «Да нет, отболела. А твой селезень где?» «Ты с ума сошел!» – весело ответила утка. «Кто позарится на такую юродивую?» «Да я и к себе не подпущу, это жаркое!» Утка уставилась на пивную бутылку, стоявшая в ногах у парня. «Твое пиво?» – парень посмотрел на бутылку. «А, я совсем забыл про тебя!» Он схватил бутылку и сделал несколько жадных глотков. «И мне дай, я от этой травы скоро мычать буду». Парень огляделся и увидел пустую пластиковую бутылку. «Ща!» Он достал перочинный нож, отрезал днище бутылки, налил туда пиво и поставил перед уткой. «Мне просто вкус вспомнить». Утка в свойственной птице манере глотнула пиво и довольно крякнула. «Итак», — подытожила утка, — «девушки у тебя нет, но поиски той самой единственной ведутся». «А что так?» «Веры больше нет. И давно ты так, без веры?» «Девятый месяц пошел. С головой, наверное, в работу ушел». Парень отрицательно покачал головой. «Безработный, значит? Ищешь-то работу?» «Я уже достаточно поработал на дядю. Не могу я работать на кого-то. Не в моих принципах облизывать кого-то ради теплого местечка». «Гордый». «Непрогибаемый». «И гордый тоже».
«Найди себе богатую тёлочку», – заговорчески произнесла уточка. «Противно. Не хочу чувствовать себя проституткой». «Твоя гордость тебя погубит». «Мне-то уже говорили», – грустно ухмыльнулся парень. Утка ещё хлебнула пиво. «Ну а друзья есть?» «Последнего похоронил 6 лет назад, а новыми обзаводиться не спешу». «Что случилось?» «Последствия героиновых 90-х». «А, извини. А чем любишь ты заниматься?» «Дома спорт. Люблю погулять, особенно в центре. Когда гуляю, придумываю разные истории, а потом их записываю». «Пишешь, стало быть?» Парень утвердительно кивнул. «Про меня напишешь?» «Обязательно. Сегодня же вечером напишу». Неожиданно зазвонил телефон. «Это тебя», — грустно сказала утка. «Приходи еще, я тут буду. Придешь?» «Приду», — пообещал парень. Парень открыл глаза, в кармане вибрировал и надрывался телефон. «Алло! Какого хрена? Ты где?» — послышалось в трубке. «На пруду задремал, ща буду». Парень поднялся с кресла и быстро пошел прочь. За ним внимательно наблюдала утка, перед которой стояла обрезанная пластиковая бутылка. Глубоким вечером Роман, так звали нашего героя, сидел у некоего Вадима, его новоиспеченного знакомого. И вот уже как третий день они курили интереснейшее вещество под названием сальва. А поздно ночью Романа известили о кончине его недавней китайской подруги Ли Цзэньхо, безответно любившей его.